Шестой год подряд Венспилсский олимпийский центр разыгрывает большой мешок подарков среди тех, кто приобрел абонементы для посещения различных спортивных объектов города. Всего участие в розыгрыше в этот раз приняли 314 абонементов и были разыграны 47 подарков. Главный приз – семейную поездку на пароме в Нинесхамне – достался Марису Бахтину. В случае, если счастливчики не присутствуют при розыгрыше, с ними связываются по телефону. Так было и в этот раз. Марис, ты участвовал в лотерее, так как купил абонемент. И ты выиграл главный приз – поездку в Швецию на 4 человек на пароме с автомобилем. Марис Бахтин живет в Прекуле, а работает в Венспилсе. Он пообещал приехать за своим призом. Со всеми, кто не присутствовал лично, но что-то выиграл, свяжутся по телефону. Кроме того, имена победителей можно посмотреть на домашней странице Олимпийского центра Венспилс.